Всем привет, с вами я, Наталья Гудкова. И сегодня у нас с вами прогноз на 18 сентября 2024 года. Давайте посмотрим, какую карту дня, либо какой аркан, да, я достану на сегодняшний день. Какие будут рекомендации, что надо остерегаться, опасаться, либо ничего не надо. Итак, карта дня на 18 сентября 2024 года. Сегодня могут случиться волнения и переживания, которые больше имеют эмоциональную основу, нежели реальная причина для этого. Будьте внимательны, на рабочей сфере могут случиться проверки, какие-то могут быть каузы, да, какие могут быть неприятности, либо какие-то возникать проблемы. Не все сегодня будет даваться так легко, быстро, да. Также, возможно, какие-то будут нападки, либо больше обязанности от руководства, которые возлагаются на вас. Будьте аккуратны и внимательны в этом вопросе. С вами была я, Наталья Гудкова. Пока-пока. Прогноз был на 18 сентября 2024 года. Пока-пока.